Я хочу играть. У нас нет времени, Джесси. Тогда лучше начнем. Простите. Хочешь сыграть? 10 в угол. Джесси казалась упорной и собранной. Она пыталась походить на Сару. А я знал, что именно упорство Сары довело ее до беды. Джесси, мы должны подождать снаружи. Я никуда не пойду. Джесси? Нет, пока не проиграю. Чтобы Джесси ушла, мне нужно было обыграть ее на ее собственном поле. Ладно. Тогда сыграй со мной. Я выставлю шары. Неплохо, парень. Не бойся. Он против тебя ничто. Если он загонит этот шар, ей конец. Я не знал, что она хочет доказать, и как она сделает то, что не под силу мне. Остался только 8-й шар. Если она его забьет, она победила. Давай. Сейчас твой удар. Знаю. Я уступаю его тебе. Она стала сильнее, лучше. Но это дорого стоило для нее. У тебя кровь. Я в порядке. Давай еще раз. Мы уходим. Нет. Джесси. Нет, значит нет, придурок. Я знаю, что это значит. Видно, нет. Нам нужно идти. Она уйдет, когда захочет. Ладно. Ты сам напросился. Я не буду с тобой драться.